господа, я пригласил вас всех здесь, чтобы решить очень сложную задачу. Это король. На 100 площадях по 100 зеркал. Сколько всего будет зеркал? Сколько, ну? Вы! Сколько зеркал? Мне стыдно! Стыдно? Ой, отвернитесь! Все отвернитесь! Ну? Я в детстве чудно давалась арифметика. Я только научился считать до 3. А сколько будет 2 + 2? 3? Правильно! Вы троекратный болван, голубчик! Совершенно верно, ваше величество! Вы! А сын! Ой, не морочьте мне голову вашими! Сколько зеркал? 200! Балда! Вы гений! Гений! Сколько зеркал? 400! 2 болта! Церемонимейстеры! Сколько зеркал? Сколько вам угодно? Ваше Величество! Ой! Мне кажется, что вы самые большие дураки во всем королевстве. Ну, кто же мне скажет, сколько всего будет зеркал? Кто? 10 000, ваше величество. Кто это сказал? Я. Клянусь красотой своего отражения, это очень сложная задача. Ты великий математик. Как тебя зовут? Паш! Коля! Что? Его зовут Коля! Коля! А тебя как зовут? Его, Ваше Величество! Ой, не кричи, не кричи! И ты тоже великий математик? Да, Ваше Величество! Слушайте все! Я назначаю Колю главным наиумнейшим математиком королевства! А Елока помощником наиглавнейшего математика королевства! И в их честь я объявляю бал. Вот, все вот! Церемонимейстеры, как вы мне надоели! Вот! Пажи, я хочу сообщить вам главную тайну королевства. Тайну. Тайну. Все мои придворные круглые дураки. Я хочу сосчитать все кривые зеркала в моем королевстве. Поможете ли вы мне в совершении этой грандиознейшей задачи? Согласна, но при одном условии. Вы смеете ставить мне, королю, условия? Вы обижаете короля! Ну, Ваше Величество! Оно маленькое! Малюсенькое! Малюсенькое! Ой, ну говорите! Отмените казнь зеркальщика Гурта! Помиловать не могу! Ну тогда отложите, хоть на несколько дней! Да, пожалуйста! Хорошо! Казнь зеркальщика Гурта откладывается! Казнь зеркальщика Гурта откладывается! Ой! А что вас привело в мой дворец, министр? Королевский бунт, Ваше Величество! Зеркальщики перестали делать кривые зеркала! Нужно срочно казнить Гурта во устрашение всех остальных!
Ну хорошо, хорошо. Возьмите, пожалуйста, возьмите ключ от башни. Где? Кто? Не кто, а что? Ключ! Наверное, его стащили эти негодные мальчишки. Погоню! За ними! Туда! Я, кажется, ключ потеряла. Что ты надела, ты растеряша? Ах, это все моя вина. Мое отражение. И я всегда все теряла. Ладно, пошли, что-то придумаем. А не так, гадина. И министр Абаш, жаба. Решили отравить Мишрока, захватить власть королевства. Мы будем править этим королевством. Моя королева. Королевой. Королева, я согласна. Асырк, накрой стол. Да, моя и госпожа. Как вы сюда попали? Мы едем к Абажу. К Абажу? Зачем? Он наш дедушка. Дедушка? Ну вы же такие бледные, такие уставшие, такие голодные. А сыр? Нет. О чем вы тут разговариваете? Сейчас, сейчас у меня все готово. Мороженое, пирожное, газировка, булочки. Ело, кто-то приехал. Нам надо идти, давай, пошли. Я есть. Стойте! Молодец, Анида! Анида? Гадина! Иди сюда! Эти бездельные мальчишки украли ключ от башни! Они мне сразу показались подозрительными! Где ключ, скажи? Я вам ничего не скажу! Заточить его в подземелье! Ах ты, негодный мальчишка! Посидишь в подвале, по-другому заговоришь! И кто здесь хотел стать королем? Ну, я хотел. Я тут ни при чем. Отдавай ключ, мерзкая жаба. Не дам. Отдам. Не дам. Гурта. Это который разбил зеркало. Зеркало.
и Ело спасли Горта, и Оля вернулась домой. Бабушка! Бабуленька! Ой, моя милая! Любочка моя, прямо как в сказке. А вы, друзья, никогда не смотрели на себя со стороны, а? Сплэш, дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты юным дарованиям! Не, ну что это за аплодисменты? А ну-ка давайте громче! Молодцы! 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 Ну вот это другое дело, а теперь... Мы благодарим театр Сплэш, мы благодарим вас, руководитель Светлана, цветы и подарки юным артистам! Софа! Стоп! Софа! На! Спасибо большое! Увидимся в следующем году! Приходите на нашу премьеру, у нас будет Али-Баба и 40 разбойников! А мы приглашаем на сцену одного из спонсоров нашего фестиваля – стоматологический офис Dental Beauty. У них для вас приготовлены подарки, а помогут провести розыгрыш молодые актеры театра «Терра Инкогнита» Боб и Виктория. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Мы буквально с минуты на минуту будем разыгрывать очередные призы от нашего спонсора компании Dental Beauty. И пока все это готовится, хотелось бы... А мы уже готовы! А уже готовы! Отлично! Отлично! Добро пожаловать в Dental Beauty! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Андрей Кузьминов. Я представляю компанию Dental Beauty. Мы недавно открыли наш новый офис в Истровилле. И хотим сказать пару слов, пригласить вас всех к нам. И мы оказываем самый широкий спектр услуг для всех пациентов, начиная от общей стоматологии и заканчивая имплантами, косметические процедуры, все, что необходимо для здоровой улыбки и для того, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно. Прекрасно. Dental Beauty, друзья. Истервилле, новый офис. Все для красоты ваших зубов вы найдете там. Скажите нам, что вы принесли для нас? Есть подарок. Ставьтесь, пожалуйста, сначала. Здравствуйте, меня зовут Павел. И сегодня мы разыгрываем такой вот приз.
сюрприз. Поэтому у нас есть один уже победитель. Меня зовут Юрий, я тоже представляю Dental Beauty. И наш победитель Юрий Диченко. Юрий Диченко, есть кто? Пожалуйста, приглашаю на сцену. Юрий Диченко, приглашаем вас для получения подарка от Dental Beauty. Здравствуйте, здравствуйте, Юрий. Скажите нам, пожалуйста, откуда вы приехали? Я сам из Беларуси, из города Гомеля. А живете вы? Я из Филадельфии, но близко. Отлично, земляк Филадельфия. Ну что ж, получайте законный подарок, Юрий, пожалуйста. Спасибо за то, что давайте узнаем, подождите, закрытый подарок. Давайте покажем. Закрытый пусть подарок. Пусть останется сюрпризом. Мне, например, интересно, что внутри, да? Неужели, Юрий, вы узнаете, мы не узнаем. Друзья, скажите, что внутри? Ну, я думаю, пусть Юрий откроет, и мы все увидим. Барабанная дробь. Все притихли, всем интересно. Щетка! Это была барабанная дробь. Электрическая. Электрическая щетка Dental Beauty. Друзья, аплодисменты, спасибо большое. Спасибо за то, что спасибо. Участвовали. Спасибо самому лучшему стоматологичному центру Dental Beauty. Спасибо этим замечательным молодым ребятам, талантливым. Дай Бог большого успеха в работе. Спасибо, Юрий, спасибо Dental Beauty. Ну что ж, пройдем. А мы вновь приглашаем на сцену уже полюбившийся вам блистательный дуэт из Вашингтона. Встречайте, Виктория Сухарева, Артем Старченко. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Мы продолжим петь старые, добрые, любимые песни о главном. И сейчас я хочу для вас исполнить замечательную песню, которая была написана в 50-е еще годы. Такой город есть Горький. Помните, был еще Горький когда-то, Горький город. И под городом Горьким был Сормов, в котором располагались фабрики, заводы. Именно про это написали песню замечательные авторы. И эта песня называется «Сормовская лирическая», друзья. Давайте петь вместе с вами. Широкой на стрелке далекой гудками кого-то зовет пароход под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет под городом. Подруга в окне золотом, до утренней смены, до первой сирены.
дорогу дочки. Волнуется парень и хочет уйти, но девушке краше, чем ссор мариношем, ему никогда и нигде не найти. Но девушке краше, чем ссор мариношем, ему никогда и нигде не найти. А утром у входа нового завода влюбленному девушка встретит со мной и скажет немало, я книжек читала, но нет еще книжки про нашу любовь. И скажет немало, я книжек читала, но нет еще книжки про нашу любовь. На Волге широкой, на стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Спасибо, спасибо, дорогие мои друзья. Спасибо. А сейчас я хочу исполнить еще одну замечательную песню, которая называется «Веселая кадриль». А можно ее и не только петь, но и танцевать. Когда-то россияне, Ванюшка, не мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль, штиблеты и сапожки, под русские гармошки, под бестые ложки прославили кадриль. Теперь пачки и запитая, гитарами и запитая, но все же не покорная, жива кадриль задорная. Ой, дарь-дарь-дарь. А теперь хотел бы исполнить замечательную, одну из самых моих любимых песен.
Александры Николаевны Бахматовой из любимого кинофильма. Как назывался? «Девчата». Она называется «Старый клен». Давайте петь вместе с вами. Поехали. Стучит стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? По переулку. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернула. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнула. Того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит Спасибо! Спасибо, друзья, спасибо. Ну, от чего гармонь поет? Да, от того, что кто-то любит гармониста. Спасибо большое. Спасибо, Василисочка. Ну, а теперь Виктория Сухарева будет петь для вас замечательные, красивейшие, любимые русские песни и романсы под гармонь. Итак, Виктория, прошу.